Здравствуйте, с вами снова программа «Здорово выглядишь». Я решила сделать настоящий подарок своим волосам. Он называется «Маникюр для волос». Это и окрашивание, и уход, и вообще все, о чем только могут мечтать ваши волосы. Процедуру делаю первый раз, поэтому результата ждем вместе. Для меня это пока тоже интрига. Какие только эксперименты не проводили эти мастера с моими волосами. Впрочем, все вполне удачные. Молекулярное моделирование волос. Прикорневой объем волос Boost Up. И сегодня я снова пробую нечто новенькое. Новый японский краситель для волос, эксклюзивно представленный в Самаре в единственном салоне. Маникюр для волос – это вообще уникальный краситель. Это программа буквально исцеления ваших волос. При этом вы получаете великолепный цвет. Ключевое отличие – это отсутствие аммиака. Аммиака 0%. В маникюре для волос содержится молочная кислота и 6 видов трав, которые ухаживают за волосами и делают их глянцевыми. Кроме того, есть здесь и секретный ингредиент – натуральный коллаген. Он срабатывает как буферная система во время окрашивания, то есть не дает никоим образом повреждаться волосу. Плюс ко всему он укрепляет, заполняя своей структурой все пустоты. Больше всего в моих волосах мне не нравится желтый оттенок, который проявляется уже через неделю после любого окрашивания. Мастер утверждает, что с маникюром для волос желтизны больше не будет. Мы ее нейтрализуем. Она уходит в нейтральные оттенки, и потом она в процессе у вас уже не будет. Благодаря уникальным свойствам красителя она не будет проявляться. Самое приятное в этом, что стоимость не выше, чем всего остального. То есть никаких космических цен на эту процедуру нет. Она доступна. Реально и действенно. Многие сегодня верят рекламе бытовых красителей и пробуют краситься дома. Но следует помнить, что результат в этом случае непредсказуем. Вы никогда не получите тот цвет, который на коробочке. Никогда. Не зная законов колористики, вы получите для себя порой очень неожиданные результаты. Поэтому этим делом должны заниматься профессионалы. И у вас настроение будет хорошее. Получите желанный результат. Процесс окрашивания подходит к финалу, и уже видно, насколько сильно изменился цвет волос и их внешний вид. Никакой сухости и ломкости, волосы кажутся шелковыми. Цвет очень объемный, с мягкими переходами и переливами. Волосы стали мягкими. Правда, мягкими. Камера, к сожалению, этот эффект не передает, но я точно знаю, какие они были утром. Разница очень ощутимая. Во-вторых, волосы стали блестящими. Ну а в-третьих, конечно же, замечательный цвет. Мне, правда, очень нравится этот цвет. Такое ощущение, что кожа стала какой-то другой, более загорелой. Сюрприз от салона красоты. Мне предложили опробовать еще одну новинку – лифтинг ресниц. Швейцарская продукция славится своим высоким качеством и долговременным результатом – до 6 недель. Мы меняем форму ресниц. Мы их приподнимаем в единой форме. Формируем ваш индивидуальный изгиб, который откроет вам глаз. При всем при этом они будут черные, красивые. Ваши глазки будут выразительные всегда, даже если вы только что проснулись с утра. Маникюр для волос от японской компании Napla и лифтинг ресниц Umilashes представляет салон красоты Bon Chance. До 24 апреля скидка на лифтинг ресниц и окрашивание бровей в подарок. Молодогвардейская 178, телефон 270-66-66. Недавно моя уже очень престарелая бабушка в очередной раз попросила меня узнать о каком-то чудо-приборе для лечения глаукомы, который сейчас активно рекламируют. Приборов, которые не имеют никакого эффекта, более того, могут быть вредны для организма, у которых нет никаких лицензий, сейчас очень много. Поэтому будьте осторожны, если вы хотите купить какой-либо аппарат для домашнего использования, покупайте только проверенные марки и только тех производителей, которыми пользуются сами врачи. В исполнении не очень профессиональных спортсменов, коими большинство из нас являются, спорт может из полезной деятельности превратиться в весьма вредную, поскольку приводит к повреждениям суставов и позвоночника, травмам и ушибам, переломам и растяжениям. Что же делать, если вместо желанной мышечной радости после тренировки появилась боль в суставах? Одним из лучших домашних методов лечения специалисты считают магнитотерапию. Это и шейный, и грудной, и поясничный отдел. Одновременно можно полечить коленные суставы, лучезапястные артрозы, артриты, голеностопные, пяточные шпоры. Чем хороши магнитные поля? Тем, что их можно применять в самую острую стадию. Это травма, это перелом, ушиб, гематома. На второй-третий день буквально можно использовать магнитные поля, хоть профессионально, хоть в домашних условиях.
Излишняя любовь к велопрогулкам тоже может закончиться неприятными ощущениями в шее, пояснице, в лучезапястных суставах, коленях и стопах. Не говоря уж о том, что с велосипеда можно просто упасть и получить травму. Магнитные поля, которые используются в домашних приборах для магнитотерапии, помогают быстрее снять воспаление и улучшить процессы восстановления в тканях. Вот эти переменные магнитные поля свободно проходят через ткани, через гипс, через одежду, и в организме наводятся электромагнитные движущие силы, что заставляет двигаться ионы, поляризоваться, улучшается структура мембран, весьма активно идут все процессы в жидкостях, в крови и лимфе. Домашний прибор для магнитотерапии тем и хорош, что его можно использовать в любом месте, в любое время. Взять с собой на дачу или на турбазу. Чем он хорош? Он хорош тем, что его можно обернуть и придать любую форму, на любой неудобный, будем так говорить, сустав. Противопоказаний для магнитотерапии почти нет. Беременность, наличие кардиостимулятора и онкологические заболевания крови. Вот, пожалуй, и весь перечень противопоказаний. Мы лечим огромное количество заболеваний магнитотерапии. И это в первую очередь заболевания опорно-двигательной системы, заболевания сосудистой системы, постинфарктные кардиосклерозы, после инсультов, больные с сахарным диабетом, облитерирующие эндотрит, варикозные болезни, тромбофлебит. Аппарат достаточно прост в использовании. Главное – ознакомиться с инструкцией. Любите спорт, бегайте, катайтесь на велосипедах, лыжах и роликах как можно чаще. Но берегите свои суставы. А магнитотерапия поможет чувствовать себя лучше, даже если занятия спортом доставили только удовольствие. Совершенствуя силу природы, мы изобрели «Алмаг». Для избавления от остеохондроза, артрита, артроза. «Алмаг» создан наукой для здоровья людей. Приобрести «Алмаг» 01, 02, 03, а также аппараты «Унилор» и «Фея» вы можете в аптеках «Вита», «Алия» и магазинах «Домашний доктор». Интересно, разговаривают ли врачи-проктологи дома о работе? Шутки, конечно, шутками, но лично я считаю, что это врачи с очень-очень большой буквы, потому что к ним не приходят с какими-то маленькими жалобками. К ним приходят, когда все уже совсем плохо, когда болит невыносимо, а уходят заново родившимися. О современной проктологии наш следующий сюжет. Пожалуй, нет ничего более мучительного, чем мечтать о помощи проктолога и одновременно бояться идти к этому врачу. А вдруг будет больно? А вдруг придется делать операцию? Могу вас успокоить, к хирургическому лечению заболеваний прямой кишки врачи сегодня прибегают далеко не всегда. В большинстве случаев, да еще и на ранней стадии, проблему можно решить с помощью амбулаторных процедур. Процедура совершенно безболезненная. Вот, выполняется в течение 10-15-20 минут. Пациент отпускается домой без всяких болевых ощущений. Это методики, которые завязаны на безоперационный способ. Это лигирование внутренних узлов латексными кольцами. Замечательная, хорошая методика. Вот. А склеротерапия и фотокоагуляция. Термическое воздействие на внутренний геморроидальный узел с созданием зоны рубца, который втягивает геморроидальную ткань, как бы укрепляя ее, уменьшая размер самого геморроидального узла. Одна из самых эффективных и быстрых методик лечения геморроя – склерозирование геморроидальных узлов. Процедура длится 15-20 минут, и пациент может идти домой. Несмотря на кажущуюся простоту, эффективность склеротерапии очень высокая. В нужной стадии, вот, и при определенном виде геморроидальных узлов, она, скажем так, эффективность ее достигает 100%. Современный препарат вызывает склеивание кавернозных телец мелких, подслизистая оболочка образуется, мягкосоединительная прослоечка, узел спадается, приток крови практически прекращается, вот, и человек избавляется от этого заболевания, по сути дела, без операции. Увы, есть в проктологии заболевания, свищи, геморрой четвертой стадии, анальные трещины, которые не лечатся иначе, как с помощью операции. Но надо понимать, что это операция, которая избавляет человека от его проблемы навсегда. Это эталонная хирургия, которую сегодня используют проктологи во всем мире. Современное оборудование позволяет сделать это максимально щадяще, вот, скажем так, комфортно. И отпускаем его на третий день. Выполняется классически признанная во всем мире методика. Вот, но подход такой щадящий, он позволяет нам на третьи сутки, на четвертый выпускать пациента на амбулаторное долечивание. Ну, как правило, эффективность приближается к 100%. Если операция выполнена правильно,
Вот, успешно прошла реабилитацию у пациента, он выполнял все рекомендации после операционного периода в ближайшем. Такого не встречается в дальнейшем. Уповать на свечи и мази, конечно, можно, но только до того момента, пока они не перестают помогать. Дальше само не пройдет и меньше болеть не будет. И уповать теперь можно только на врачей и проктологов, которые каждый день избавляют от боли сотни и тысячи пациентов. Я рекомендую, как только возникла какая-то мысль посетить проктолога, вот так его надо посещать. Почему? Да потому что симптоматика достаточно различна. Вот. А то, что вот вдруг шишка возникла, то она пройдет, это неправда. То есть разговор идет о том, что лучше показаться. Проктология в клинике «Наука». Лечение геморроя на любой стадии. Проведение амбулаторных процедур и хирургического лечения. Улица Новосадовая, 106, корпус 82. Телефон 277-7703. Уже 7 лет в Самаре успешно применяется процедура глубинного лифтинга кожи «Термаш». Эта технология основана на безоперационной подтяжке кожи лица и тела за одну процедуру. Мгновенный лифтинговый эффект нарастает в течение 6 месяцев после процедуры и держится 5-7 лет. Раньше, чтобы добиться такого результата, нужна была операция. Но операция – это всегда боль, швы, наркоз и долгий период восстановления. Теперь стать моложе можно в любой день, без длительной реабилитации. Монополярная энергия в 6 МГц заставляет клетки фибробласта синтезировать молодой коллаген. В результате коллагеновые волокна подтягиваются и уплотняются, вследствие чего происходит мощная подтяжка кожи. Эта энергия проникает на 5 мм в дермальные ткани без повреждения кожи. Поэтому после термажа не требуется период восстановления и можно вернуться к привычному образу жизни уже в день процедуры. С помощью этой технологии можно подтянуть овал лица, верхние и нижние веки, уменьшить морщины и второй подбородок, а также восстановить кожу живота после потери веса, родов и липосакции. Кроме того, сегодня появилась насадка, с помощью которой можно активно бороться с целлюлитом. При разогреве глубоких слоев подкожной жировой клетчатки разрушаются соединительно-тканные образования, которые создают неровности на коже, и таким образом женщины через 6 месяцев получают гладкую и упругую кожу. Для снижения веса врачи предлагают эксклюзивную методику электролиполиза на современном итальянском комбайне. Воздействие происходит низкочастотным импульсным током непосредственно на жировую ткань через специальные электроды. Курс состоит из 10-15 процедур. Уменьшение объема за один курс – 15-25 см. Если термаж может избавить от целлюлита на первой и второй стадиях, процедура электролиполиза справится с целлюлитом третьей и четвертой стадии. Эта методика за короткий период дает великолепные результаты. Также для снижения веса и подтяжки кожи врачи используют мезотерапию с большим разнообразием липолитических, увлажняющих, лифтинговых и других коктейлей. И, конечно, мощный метод сжигания жира – мезодиссолюция, с помощью которой можно ускорить процессы похудения, а заодно и подтянуть кожу. Методика мезодиссолюции и мезодренажа – это уникальная альтернатива липосакции, но без наркоза и периода реабилитации. Все дерматологи и косметологи, которые выполняют процедуры термаж, электролиполиз и мезодиссолюцию, имеют сертификаты международного образца. Будьте здоровы и счастливы, и пусть весь мир будет у ваших ног. Клиника «Эстетика», улица Новосадовая, 142, телефоны 334-0024 и 334-67-90. Задержка психомоторного и речевого развития на фоне гидроцефального синдрома – самый распространенный диагноз среди детей, которые приезжают из самых дальних регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, потому что знают, что самарские неврологи почти 20 лет специализируются на лечении именно таких детей. Ярослава мама привезла из Красноярска. Его диагноз – задержка развития и элементы аутизма. Не было предложений, не было понимания речи, скажем, не полностью он понимал речь, внимание нарушено, гиперактивность очень сильная, очень сильно возбуждался, уставал.
Нужно ли было ехать так далеко, чтобы пройти лечение? Дело в том, что методика, созданная самарскими врачами, уникальна. Она основана на воздействии токов малой величины на определенные биологические точки на теле, которые, в свою очередь, соединены с разными отделами головного мозга. Таким образом, неврологи убирают и сам гидроцефальный синдром, и его последствия. Ярослав проходит первый курс лечения, и всего за 3 недели у него произошли заметные изменения. Во-первых, мы уменьшаем за 3 недели проявление гидроцефального синдрома. У кого-то это полностью за 3 недели уходит, у кого-то уменьшается гидроцефальный синдром. Параллельно идет стимуляция тех речевых зон, которые пострадали в результате гидроцефального синдрома, и идет развитие ребенка. Что изменилось сейчас? Он много говорит. Намного больше говорит. И говорит, пытается сказать, выразить мысль. То есть ему не хватает словарного запаса, но мысль он пытается донести какую-то. Особенность этого лечения в том, что детям здесь не только проводят микротоковую рефлексотерапию, но и дополняют ее всеми возможными методами, которые способствуют развитию ребенка. Занятиями с логопедом и психологом, а также логопедическим массажем. Что написано? Ваза. Молодец. Дальше. Мыло. Да, правильно. Дальше. Окно. Еще 3 недели назад Ярослав умел говорить всего несколько слов. А позавчера он удивил свою маму и обрадовал ее до слез. Мы шли по улице, сидела кошка на колодце. Я спросила, кто это, а он мне спросил, что это, показал на колодец. Я ему сказала, колодец. Тогда он сказал, кошка на колодце. Для меня была такая радость. Я прилетела сюда, Вера Васильевна, Вера Васильевна, он сказал, кошка на колодце. То есть это было вот прям резкий такой рывок. Ради таких результатов родители готовы ехать в Самару из Сахалина, и из Курильских островов, и из Европы. Методику самарских специалистов уже знают далеко за пределами Самарской области. И каждый год сюда приезжают на лечение 1000 детей. Реацентр «Самарский». Лечение задержек развития у детей. Телефон в Самаре 205-03-43, 332-82-01. Телефон в Тольятти 612-512. 9 апреля телекомпании «СКАТ» исполнилось 26 лет. Мы поздравляем любимую телекомпанию, желаем ей дальнейшего процветания. И, конечно же, спасибо вам, нашим зрителям, за то, что все эти 26 лет вы с нами. Ну а на сегодня все. До встречи на следующей неделе и до свидания. Новый медицинский сервис «Домеда». Выберите лучшего врача и запишитесь к нему на прием.